под названием «КТПЛ Череповец». Я очень рад приветствовать участников из Вологды, Петербурга, Шицны, Череповца, Жалкова, Великий Новгород собирался, не подъехал. Но турнир будет достаточно представительным. 42 человека заявилось. Значит, зал предоставляется компании «Косакра» Череповец, за что ей огромное спасибо. Значит, слово предоставляется Дубровину Андрею Евгеньевичу, который, значит, представляет компанию «Косагра». Всем большое спасибо, что приехали в Череповец. И сейчас я думаю, что мы порадуем друг друга хорошей, интересной игрой. И спасибо большое организатору мероприятия, который является именно этого КТПЛ. Фирма, вот, и хотелось бы сказать одно, что давайте будем друг к другу относиться уважительно, без всяких скандалов. Если есть какие-то спорные вопросы, подходим к главному судье соревнования. Всем удачи! Спонсором назвать, конечно, сложно, но я надеюсь, когда-нибудь мы дорастем до того уровня, чтобы призы были, ну, достаточными, да, чтобы имя спонсора звучало более весомо, мне бы очень этого хотелось. Ну, сегодня у нас первый турнир в Череповце, вот тура, которого мы раз в месяц проводим, если будет желание, вот следующий месяц в Твери, в мае в Петрозаводске, ну, если кто-то любит кататься там по спортивным мероприятиям, ну, присоединяйтесь к нам. А сегодня за первое место будет комплект футболки, либо вот по сертификату, кто победитель. Кто свои силы оценивает, подходите уже, присматривайтесь, да, по опыту знаю. Победитель получит комплект формы, футболку, шорты. Второе место – футболку, третье место – носки, полотенца. Ну, вот, очень просто так. Желаю всем удачи сегодня в бою, пусть победит сильнейший. Спасибо. Итак, немножечко по форму соревнований. Значит, да, внимание, значит, турнир представлен как личный турнир. Личный турнир, то есть будет награждены первые три участника. Будет, значит, денежный приз. Соответственно, призы спонсорские. Кроме того, если мы по времени будем успевать примерно до 18:00 закончить, будет партия победителя.